Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi A5. Итак, что я вижу? Задние крылья будут ремонтироваться, двери будем менять. Стойку и крышу ремонтировать. Крылья и капот тоже буду менять. Итак, разбираю. Машина разобрана, ремонт начну с правой стороны. Верхняя дверная петля вмята. Вытяну ее. Теперь петля на месте, и я могу приступить к ремонту заднего крыла. Сначала вытягиваю и придаю форму арке. Очистил металл от краски для работы со споттером, но сначала все большие ямы выдавлю домкратом. Теперь можно поработать и споттером. Первым делом вытягиваю ребро заднего крыла. Ребро сделал, для проверки зазора устанавливаю переднюю дверь. По двери сейчас видно, где не дотянуто и нужно дотянуть. Затягиваю. Итак, зазор в порядке.
Теперь придам форму колесной арке. Теперь делаю метку и вытягиваю ребро колесной арки. Все остальные работы по ремонту заднего крыла будут при помощи споттера. Итак, ремонт правого заднего крыла я закончил. Теперь буду ремонтировать правую дверную стойку. В этом ремонте я вновь буду использовать споттер.
этом месте я тоже закончил. Теперь приступаю к ремонту левой стороны. Но сначала мне надо выставить левую дверную стойку. Она немного примята. Итак, стойка и крыша на месте, диагонали одинаковые. Приступаю к ремонту левой стороны. Сначала вытягиваю нижнюю петлю двери. Она немного вмята. Итак, петлю вытянул, теперь буду делать порог. Он уже был сделанный, но плохо. Ремонтировать буду при помощи споттера. В ходе ремонта порог разорвался. Придется заменить вот этот кусочек. Его я сделаю сам. Итак, с порогом я закончил, теперь могу приступать к ремонту заднего крыла. Заднего крыла и стойки крыши. Все буду делать так же, как на правой стороне, использовать буду споттер. Итак, левое заднее крыло я закончил. Теперь приступаю к ремонту передней части крыши.
Итак, крышу я тоже закончил. Теперь мне осталось только собрать перед. Итак, работа с металлом закончена, все зазоры в порядке. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машину покрасили, осталось ее только собрать. Собираю. Итак, Audi опять собрано, и на этом ремонт закончен. На ремонт ушло 18 рабочих дней, 8 дней работа с металлом и 10 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!